большой смельчак. Отлично. Вот как раз Самир нам сейчас и продемонстрирует, что же нужно делать. А вы, дорогие гости, не стесняйтесь поднимать руку, проявлять активность. Итак, Самир, задание называется «Бросок кобры». Лиза, расскажи, что нужно делать? Необходимо подкинуть две палочки, поймать их, затем взять еще две. Поймали. Берем еще две. Не будешь пробовать. Хорошо. Подкинуть и поймать. Продолжаем до тех пор, пока в руке у тебя не будет 10 палочек. Самое главное время данного задания – это всего 1 минута. Итак, твоя задача – подкинуть 10 палочек. Это время. Но постепенно добавляя по 2. И всего лишь за минуту. Итак, ты готов? Итак, две твои палочки. Аниматоры, короче. Итак. Давайте поддержимся, Мир, он нервничает. Да, что-то не переживай, все нормально. Да ты что, все хорошо же. Итак, ты готов? 3, 2, 1, поехали. Так, 2 есть, хорошо. Уже 4. Это намного сложнее. Не переживай. Ничего страшного, собирай, время есть. Все хорошо, всего лишь, подумаешь, какая-то минута. Давай. Можешь, конечно, да, еще 2. Так. Отлично! 8. Движуха, есть! Контакт! Отлично, еще! 10! Так, давай, ты можешь! Почему они там палочки? Пошли, еще, давай! Есть! Девочки сегодня чуть не работают. Ох, незнайка. Yeah.